Артем Мованисян сказал, говорит, азербайджанские солдаты, когда получали ранения во время войны, флаг вот так вытаскивали, говорит, я хочу умереть, не лечите меня, я хочу умереть, уберите руки прочь от меня, армянские врачи. Вот что говорили азербайджанские солдаты. Вот у них, Арцун говорит, вот у них дух есть. А у нас какой есть дух?